Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, да, давно не было, вы просили, вот давайте запишу, короче, из чего я вижу из нового, не заходил в игру, опять же, наверное, ну, когда последняя серия выходила по Брахиозавру, вот, наверное, несколько недель, может, месяц даже не заходил в игру, вот, поставил, короче, вот этих две зоны, вот, потому что целых 6 дней они будут, короче, корячиться, то есть этот кубик я не трогаю, ну, и вроде как все, тут больше ничего такого интересного не произошло. Появились, давайте передвинемся, кто куда, вот сюда, новые существа, да, тут выходили, которых я, естественно, не получил. Вот кого я вообще не видел, это Орнитохейрус. Остального, в принципе, мы видели, и тоже пишите в комментариях, что появляется еще какой-то новый кенгуру. Ну да, но его пока что-то не видно, но в новостях, может, что-то пишут. Ай, блин. Так, ну, Архилон, турнир, ничего интересного. Это все старое, все как бы неинтересное. Кстати, прикольная картинка, да, Димитродон, звероящер, да, против... Как, синапсид, синапсид, да, во. Точно, все время забывают, к кому относятся эти Димитродоны. В Jurassic World, какой Jurassic World? В Live on Earth, кстати, там не так давно, да, открывали вот Димитродона и... Еще какой-то, блин, кто там был, травоядный, короче, какой-то. Димитродон только травоядный был. И кто-то на черепаху, похожий, весом 2 тонны. Короче, забыл, как называется, да. Ну, нифига, короче, тут нет. То есть никаких упоминаний про кенгуру. Может, они раньше были, да, но сейчас, по крайней мере, нет. А здесь, по-моему, тоже ничего интересного нет. Я, да, это все проклассил. Когда она обновится? Через час обновится. Это фигня это. Ну, ничего такого интересного нет. То есть я купил за монеты, купил ДНК, по-моему, тут было, и все. Такого ничего интересного не произошло. Давайте зайдем, что у нас тут по турнирам. 2 дня не участвовал, может быть, как-нибудь зайду. Так, хищники. Это с модами хищники. Но хищники тут ядреные такие. 253 уровня, Литронакс, 8-17. Но можно будет сюда заглянуть, допустим. Потом паразавры. А что тут паразавры? Сколько битв? Давайте разомнемся вот на паразаврах. Условия. Условия какое у нас, интересно? А ну-ка, вот эти, вот такие два хищника затащат это все дело. Да, на изичах затащат, наверное. Давайте поразминаемся. Месяц все-таки не играл. Да и вообще, в принципе, играю очень мало. 1700, значит, наверное, рано я. Надо было 2 удара насобирать. Ну, нам не страшно, да, то есть эти ребята нам вообще ничего не смогут сделать. Тут одного Супрана Титана достаточно, чтобы разобраться. Так, он ударил на 2, ну и, блин, мне придется 2 тратить балла. А так бы хватило, с бонусом 40% хватило бы 2-шечки, да? Ладно, сейчас проверим. Так, у него 2, что он будет делать? Ничего не хочет делать. У него теперь целых 5. Кстати, он меня может пробить легко. На 4 пройдет. Ничего не сделал. Так, давайте смотреть. 1, 2, 4, 100. Да, 2 ударов хватает. Ну, я его пробиваю. Так, ну неплохо. Размялись. Прикольная картинка, да, брахичи. Брахичи. Поздравляем. Целых 50 генов. Ага, тут меняются эти ребята, да? Давайте вот так сходим. Ну, давайте пройдем тогда этот турнир. И потом еще кое-что пройдем. Вот ту битву одну пройдем с модами. Один боечек там сделаем. Так, не будем атаковать. Нам нужно здесь минимум 3 балла насобирать. Будем немножко поосторожнее. У него 3 балла, думаю, уже что-то проатакует, нет? Смотрите, не атакует, гаденыш. Ну, если что, мне главное побольше баллов сохранить. Так, он 3 поставил щит, у него по нулям, ну, в смысле, ничего не перенеслось. Так, ну, теперь пора его уже пробивать. 1, 2, 3 и 1, 2. Блин, ну 3 давайте, наверняка, чтобы... 1 всего лишь поставил.
Так, ну сейчас стегоцератопс, моностегатопса, кстати, прикольная битва, да? Два трицератопса-мутанта, то бишь гибрида, на 4 балла из 6. Ну, четко, ну, нам хватит. У него 2 балла осталось, мне нужно всего лишь 2 удара, чтобы его повергнуть, а у него, то есть 2 убил, 2 сквозь щит и 1 запасной. Ну, все как по часам. Это вам не Jurassic World Alive, где меняется все чуть ли не каждую неделю. Постоянно меняется баланс. Баланс, добавляются новые удары, убираются старые. Короче, там просто хаос творится. Блин, 4 битвы, да? Ах ты, вот так, куда пошло? А ну давайте вот так вот сходим. 3 хищничка слабеньких. Так, у них 2 раза больше жизни, но у меня удар в 3 раза сильнее. А потому я должен победить. На 2. Нормально. Большую часть жизни снял. Ну, на размен он хочет пойти. Ну, давайте. Давайте на размен, так будет побыстрее. На 3. Так, а ну-ка, что будет дальше? Вот будет интересно. 700. Ему нужно тоже на 3 проатаковать. А, на все 3, отлично. И он будет атаковать, потому что он меня убьет. Компьютерный игрок, короче, не может устоять, когда ты беззащитный, и он, у него хватает баллов, чтобы тебя пробить. Ну, и, а у меня тут с запасом. Я 2 удара, 3 и 1 запасной. Ну, по-быстрому, короче, разобрались. Люблю такие битвы. Все проходит очень быстро. И на раз-два, как говорится. Ура, ура, ура. Так, идем дальше. Ну, тут у нас изи-катка получается. А, тут хищник появился даже. Так, давайте вот так вот я пойду. Попробую, чисто ради... Блин, неправильно поставил, надо было в обратном порядке. Смогу ли я Гуанлуня пробить? Он, по идее, должен подмениться. Вот что-то фризануло. Смотрите, он не подменяется. Не... Тут я буду все переносить. Но если на 3 проатакует, он меня пробивает. Без защиты играем. Наша задача как можно больше баллов накопить и перенести. Ну, блин, опасно. Если он меня сейчас продемажит, да, будет не очень приятно. На все 4, ну. У меня, по крайней мере, 8. Я его пробью меньше, чем за 4. За 3 пробью. Но мне придется защиту много поставить. Вот 3 и 1, 2, 3 надо ставить, потому что... Будет большой удар. Гуанлунь-то 76 уровня, это у него удар будет 1,5, то есть 2300. Хотя не так уж много. Но 2, 2, 2, 2, может и пробил бы за 2. Так. Блин, ну не знаю, вот так рискую. Он 1 балл. Блин, 7 баллов. Выживу, не выживу. Вот хватит ли ему 2? Блин, наверное, хватит. Да, 2300, блин, да, хватило ему. Ну, ну ладно. Я знал, что так может получиться. Тут уже как бы больше от везения зависит, чем от навыка. Я все сделал правильно. Ну, идем вот так тогда. Так, и кстати, да, полная версия выйдет на Jurassic World Ru на канале, на, а здесь на Linka Game будет вот короткая версия, вот на этом бою это будет последний бой, а полная версия выйдет на Jurassic World Ru, так что переходите по ссылке в описании, чтобы, ух ты, блин, а как так получилось, это мне проатаковал так мощно,
Ну, правильно, ему 2 балла нужно потратить. Смотрите, он не проатаковал. На удивление. Ну, опять же, 2 балла поставил защиту, так же, как и в прошлый раз. А, у меня Монастиготопс просто слабенький на этот, да, 30-й. Ну, тут у нас будет все легко, потому что у нас есть хищничек. Так, не прозевать сейчас. 5 баллов. О, смотрите, он подменился. Ну, это вообще легкое. Если бы он подменился в прошлый раз так, то вообще бы я бы победил без вопросов. Но он не захотел подменяться. Это, кстати, новость. Раньше он всегда подменялся. Да, там нет смысла защищаться. У него будет отрицательный бонус. У Анкилодока. Он меня не пробьет. За 4. За 4, кстати, мог бы и пробить. А ну-ка, 3. Блин, может и пробил бы за 4, кстати. Было бы где-то очень рядом, по крайней мере. Но зато я атакую на чистых 8. Супер удар. Сигназук, да? Как там тебя зовут? О, наконец-то они перестали обрезать. Вроде бы уже не, была не обрезана концовка. Так, с этим разобрались. И сюда давайте сходим. Как минимум разок. 21 тысяча, 17 тысяч, 8 тысяч. Ну тут надо идти, блин, на...